еще перекрыто. С правой стороны въезд в район 1070. Итак, мы находимся в районе Салахадина. Это последняя точка, куда нас пока пустили. Потому что, как вы видите, вот с той стороны идет насыпь. Это дорога окружная Алеппо. За ней уже непосредственно находятся террористы. Вот слева от меня, так как я стою за этими домами, уже находится район 1070. А с той стороны находится район артиллерийского училища. Вчера террористы захватили три училища на территории артиллерийской академии. Сейчас район, на который я показываю рукой, очень опасен. Там постоянно стреляет снайпер, а также падают газовые баллоны. В районе Амрия пока все спокойно. Наши солдаты держат в руках оружие и готовы сражаться против террористов. Сейчас к нам пришло большое подкрепление. Войска готовятся пойти в контратаку, и дай бог, все будет хорошо. Район 1070 пока еще непонятно, в каких руках. По определенным данным, которые есть у нас, часть зданий все так же контролирует правительственная армия. В своих социальных сетях пишут о том, что они фактически уже перебрасывают грузы, людей в оккупированное Алеппо. Хотя это не так. Он расстреливается со всех сторон стрелковым вооружением, турами, снайперами. Поэтому об устойчивом снабжении двух группировок сейчас не приходится. И единственное, что можно, это какие-то группы пехоты могут и правда проникать в город и выходить обратно. Но ни о каком устойчивом сообщении сейчас нельзя говорить. Тут меняется ситуация, могут приехать шахид-мобиль взорваться. Поэтому это последнее место, на которое нас пустили.